На съезде демократов в США выступила Мишель Обама. Разумеется, первая леди всецело поддержала Хиллари Клинтон, которую на этом съезде демократы и должны официально утвердить своим кандидатом на пост президента страны. Есть только один человек, которому я доверила бы эту должность. Только один человек, который, по-моему, обладает необходимыми качествами для того, чтобы стать следующим президентом Соединенных Штатов. И этот человек – Хиллари Клинтон. Выступление Мишель Обамы продолжалось около 15 минут, и эта речь была самой антитрамповской из всех, которые звучали на данный момент. Не исключено, что у нынешней первой леди тоже когда-нибудь проснутся президентские амбиции, и она так же, как Хиллари Клинтон, захочет вернуться в Белый дом.